12 января 1945 года началась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция. За 23 дня советские войска смогли продвинуться вглубь вражеской территории на 500 километров, а также выйти на подступы к столице Германии, городу Берлин. В этой операции принимали участие войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, которые прорвали оборону противника, освободили территории Польши к западу от Вислы и захватили стратегически важные позиции на левом берегу Одера, служившие затем плацдармом для проведения Берлинской операции, которую также называют финальным аккордом Великой Отечественной войны, благодаря выходу советских войск на дальние подступы к Берлину. К концу 1944 года советская армия освободила практически всю территорию Советского Союза и было начато освобождение Европы. Немецкая оборона опиралась на новую тактическую идею – быстрый уход от мощнейшего удара советской артиллерии на вторую позицию – основную линию обороны. После артподготовки атакующие советские части должны были застрять перед этой линией обороны. Особенно тщательно была укреплена Варшава, которую немцы считали ключом к воротам Берлина. Прорвавшиеся вперед танки немцы планировали уничтожить контрударами своих танков из глубины. Советские войска, ведя наступление на фронте около 1000 километров и 500 километров в глубину, освободили западные и южные регионы Польши, в том числе ее столицу. А также вышли на Одер в 60-70 километрах от Берлина, уничтожили и разгромили около 60 вражеских дивизий, захватили свыше 147 тысяч пленных, 14 тысяч орудий и минометов, около 1400 танков и штурмовых орудий. Продвижение советских войск вынудило германское командование отказаться от наступления против американо-британских войск и перебросить с западного фронта и других направлений 29 дивизий и 4 бригады. Потери советских войск Висло-Одерской операции составили около 43 тысяч убитыми и 150 тысяч ранеными. В память о победе и как символ боевой дружбы двух братских армий в городе пригорода Варшавы, Праге, был воздвигнут гранитный монумент. Поляки назвали его «Братерство брони». На граните на двух языках, польском и русском, высечены слова «Слава героям советской армии, товарищам по оружию, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость польского народа». Весной 2010 года поляки отправили российской стороне предложение о демонтаже и переносе монумента. Причина – строительство второй линии столичного метро. Однако в конце осени 2011 года памятник демонтировали и обещали восстановить. В итоге 26 февраля 2015 года Рада Варшавы отменила свое собственное решение о восстановлении памятника. В годы войны за свободу польского народа погибло более 600 тысяч советских солдат и офицеров. Однако не так давно братья по оружию перестали считаться братьями в Польше. Вот так вот чтят, вот так вот помнят. К слову, советские солдаты, увидевшие столицу польского государства, были поражены тем, насколько она пострадала за время войны. Варшава фактически была превращена в руины. Маршал Жуков в своем рапорте написал о том, что фашистские варвары уничтожили столицу Польши, Варшаву. Жестокостью извращенных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированная лондонским, польским, эмигрантским правительством в августе-сентябре 1944 года, восстание в Варшаве завершило разрушение города. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв.